Всем привет! Сегодня 26 октября. Нам 2 года. Вот ровно 2 года тому назад свое радио стало звучать в эфире. Это был удивительный эфир, в котором играли живые музыканты исключительно. Никакой линейки практически не было, но за это время много воды утекло, много чего произошло. И, естественно, все эти 2 года мы провели вместе с вами в одной общей большой дружной компании. Вас становится все больше, свои везде, своих все больше. Это приятно, это не может не радовать. Мы хотели бы этот день, ну, имея в виду день рождения, встретить вместе с вами. Правда, не сегодня, а 4 ноября в Гластонбери Паб. В этот клуб придут музыканты, которых мы отобрали. Не потому, что они самые лучшие. Лучшие у нас все, сразу оговорюсь. Просто мы хотели подобрать такую компанию музыкальную, в которой нам с вами будет наиболее, может быть, комфортно, уютно и тепло. Вот такая была задача. По сути дела, это не концерт, это не мероприятие эпохального какого-то характера. Это попытка провести время уютно и комфортно всем вместе. Не знаю, насколько вы готовы прийти, насколько вы готовы приехать, но хотелось бы, чтобы все-таки глаза в глаза мы могли сказать друг другу спасибо за те 2 года, которые провели вместе. Поэтому приглашаем вас 4 ноября в Гластонбери Паб. В 6 вечера начнем все это мероприятие. Провести это время с нами. До встречи!